Глава региона отметил, что это хорошие темпы. По сравнению с прошлым годом урожайность подсолнечника выросла, и сейчас аграрии убирают почти 26 центнеров с гектара. Добавлю, в этом году Кубань побила собственный рекорд по уборке зерна – более 10 миллионов тонн. А за сезон 2016 года на сахарных заводах планируют переработать не меньше 10 миллионов тонн свеклы.